не знаю, как, с чего начать, не знаю, как это все сказать. Короче, ко мне домой, вчера мне объяснили, ломился человек, пришел, стучал в дверь целый час, прикинулся на охране, что он консьерж, доставщик. Значит, ему девочки открыли, он начал ломиться, кричит, давайте ему Викторию подавайте. И я хочу сказать, что, ну, это уже немножко переходит барьер, я прекрасно понимаю, спасибо за цветы, которые мне присылали там люди различные, но когда приходят люди домой уже, да, по адресу и начинают требовать с утра пораньше, тем более, человека, я считаю, что переходят границы. Давайте уважать чужое пространство и чужое время. И следующее, значит, ну, это не все еще из приключений, потому что сегодня мне звонили люди, которые завладели моим телефоном, моим старым телефоном. И я пока еще даже не понимаю, где и когда это произошло. И требуют с меня деньги. Но я знаю, что у меня ничего такого неприличного в телефонах нет обычно, но тем не менее частная переписка, какие-то частные фотографии, наверное, есть. Вот. И я хочу сказать, что те миллионы, которые вы просите, поверьте, они вообще того не стоят. И деньги нам с потолка не падают. Поэтому вот я не понимаю, когда добираться до какой-то информации, потом требуют какие-то миллионы. Люди, очнитесь. Я не понимаю, это может быть весеннее обострение. Но факт в том, что никаких денег, никаких миллионов я платить не буду и не стану.